just in my apartment right over there, second floor. I just heard a loud noise. Мейзела. Все спасены. МДжей, если бы не вы с Майлзом, я был бы... Мертв, как и я те 100-500 тысяч раз, что ты спасал меня. Так что я все еще перед тобой в долгу. Умно. Послушай. Мне жаль, что я все испортила. Просто... Нелегко быть той, которую все время спасают, понимаешь? Иногда я и сама хочу спасать. Прости, что заставил тебя чувствовать, будто ты не можешь. Мы все еще партнеры. Как всегда. Эй, я не знал, как ты любишь, с газом или без, минеральную или из горных источников, так что принес по одной каждого вида. Я не вовремя? Нет, мы с МДжей, с мисс Уотсон, обсуждали стратегию. Стратегию? Да, верно. Город в опасности, и ему нужна наша помощь. Помощь всех нас. Ладно, командуй, тренер. Ладно. Разделяй и властвуй. Мисс Уотсон, нам нужна вакцина от дыхания дьявола. Аскорб что-то создает, но они не смогут защитить свое детище от Октавиуса Или. Нам нужно найти лекарство и защитить его. Я проверю кое-что. Майлз, тебе придется стать моими глазами и ушами в пир. Будет что-то не так? Звони. Мы должны обеспечить безопасность центра и его обитателей. Ладно, а что будешь делать ты? Шайка безумцев в костюмах разрывает город на куски. Пора уделить ей внимание. Ясно. Погоди, а как? Я тебе позвоню. У тебя же нет телефона в твоем... твоих карманах. Мисс Уотсон даст тебе мой номер. Удачи, команда. Его номер. Ты девушка-паука? Было бы круто, если... Хватит, Шерлок. Лучше покажи мне свой богатый выбор воды. Да, непростое задание у нас было, но мы с ним удачно справились. Ну, между прочим, у нас увеличен урон в рукопашке. Майлз следит за пиром, МДжей ищет средства от дыхания дьявола. Пора найти Отто и сорвать его планы. Юри, пора выходить на след боссов. Насчет Октавиуса ничего? Нет, ничего. Криминалисты даже не могут поработать на Таймс-сквер. В отделе болеют все, кроме стажеров. Возможно, я что-нибудь найду. Сообщу тебе. Так, ну что, давайте перемещаться опять. Потому что путь, как говорится, не близкий. А переместимся мы с вами вот сюда, к этому участку. Ну вот, готово. Погнали. Голубок! Знаешь, что мне нравится в тебе? Ты постоянно совершенствуешься. Спасибо, мой жуткий преследователь. Можешь звать меня бригадиром. Потому что ты все норовишь поручить мне что-то? Я так и понял. Группа наемников совершает преступления по всему городу. Скажи-ка, а эти наемники, случайно, не твои наемники? Нет. Я знаю только, что им отлично платят за работу, пока ты их не остановишь. А тебе-то что? Буду наблюдать, изучать. Человек-паук, ты готов помочь? Всегда готов. Решил, что вам это нужно. Ты не знаешь, с чем мы столкнулись. Я никогда не видел ничего похожего на это дыхание дьявола. Криминалисты замучились. В новостях говорят, что здесь Отто выпустил дыхание дьявола. Ну и? Это можно исследовать. На этой табличке следы какого-то вещества. Возможно, возьму образец.
А ты лидерная последовательность. Многообещающе. Ладно, давай попробуем. Я думаю, здесь будет вот так. И, собственно, здесь аналогично. CPF-1 модифицированный аскорб. Это точно оно. Может, смогу отследить путь распространения? Каким образом? След идет в нескольких направлениях. Нужно выбрать одно. Так, а дальше вот сюда. Подожди. Я теряю след. Да, блин, да. Итак, возвращаемся обратно. Так, вот тут у нас след. Это тупик. Тупик? Ну, ё-моё. Значит, ребят, не тот. Я так понимаю, да? Ты был здесь тогда? Так, вот так. Блин. Давай теперь туда наверх. Понятно. Видим. Да, блин, что это за след-то? Так, неплохо. След ведет в эти отверстия. Что там делал Отто? Здесь должна быть дверь или люк. Моя работа по нейротехнологиям. Она заинтересовала доктора Октавиуса. Ой, подожди, нет. Нет. Вот так. Так, да, придется вернуться. Где-то здесь. Что-то я не понимаю, ребят. Давайте еще раз попробуем. Да, нам придется опять подняться и посмотреть. Так. А, вот сюда. Вот сюда, да? Да. Теперь опять вниз. Тихо. Чё-то я не понял. Подожди. Да блин, да чё за дичь? Ё-моё, мы такой путь проделали, чтобы что? Всё-таки, ребят, нам придётся вот сюда. Так, сюда. Так правильно всё было. А дальше? Чё-то я вообще понять не могу. Так, смотри. А почему у нас точка наверху? Почему у нас наверху точка? Окей. Странно. Давай сюда. Блях ты, муха. Мрачновато. Надо как-то включить свет. Давай. Наверное, как-то вот так. Да будет свет. Здесь был плацдарм Отто. Побег из тюрьмы – идеальная маскировка для проникновения. Мартин Ли. Совсем не тот человек, которого я знал в пире. Отто записывал послание для команды. О, Мартин, когда я впервые понял, что это ты нападал на Осборна, то был шокирован и опечален. Но когда ситуация стала развиваться, у меня появилась мысль. Мартин, ты сделал смелый шаг, о котором я всегда мечтал, и сделал его не колеблясь. Я горжусь тем, что мы теперь вместе боремся за справедливость. Похоже, Отто и Ли многое связывает. Как давно они знают друг друга? На этом столе, наверное, все, ребят. Давайте переходим к следующему. Кто это? Отто движет ярость. Нейроинтерфейс ее усиливает. Но его ненависть настоящая. Он уничтожит весь город, чтобы причинить вред Норману.
Ладно. Отто искал слабые места в технике Соболя. Носорог. Мой второй любимый русский. Отто создал средство, чтобы освободить носорога от костюма. Одно правительственное агентство не сделало это за много лет. А Отто смог за несколько дней. Алексей, я много лет слежу за твоей карьерой. Мир считает тебя идиотом. А я вижу воина, сердцем поэта. Я знаю, что ты жаждешь освободиться от костюма, в котором заперт. Помоги мне достичь моих целей, и ты обретешь свободу. МакГарган, он же Скорпион, он же псих-психованный. Так, надо прослушать аудиозапись. Я редко признаюсь в подобном, мистер Гарден. Но уплата ваших долгов оказалась делом более сложным, чем я ожидал. Вы задолжали требовательным людям. Но после операции с водохранилищем ваши финансовые обязательства тоже будут ликвидированы. Вот Октавиус умеет убеждать. Похоже, док тайно работал над ядом Скорпиона. Он содержит мощный галлюциноген. Стервятник. Я бился с ним чаще, чем с любым другим. Какая горькая ирония, Эдриан. Твои чудесные крылья сотворили такой ужас с твоим телом. К счастью... Теперь ты работаешь на меня. Когда мы закончим, мой метод непременно исцелит тебя. Ты еще не скоро покинешь наш мир, друг мой. От источника энергии у него рак спинного мозга. И Отто разрабатывает для него лекарства. Электро. Всегда под напряжением. Макс, когда ты впервые рассказал о своей мечте, я решил, что ты безумен. Чистая энергия? Но погрузившись в эту тему, я нашел способ достичь того, чего мы оба желаем. Обещаю, когда мы закончим, ты станешь чистой энергией или столь близким к ней, что разница будет несущественной. Главная мечта Электро – стать чистой энергией. Док модифицировал его костюм, на шаг приблизив его к цели. А это еще что? Отто строил планы с помощью карты, но она пуста. Может, я что-то упустил? Ультрафиолет. Ха, ничего. Надо как-то включить эту лампу. Как-то? Это легко сказать. Сейчас, ребят. Что-то подсвечивается еще здесь. Норман. Мне кажется, что я вижу его лицо повсюду. Он улыбается перед камерами, получает комплименты и давит мне сапогом на горло. Почему никто не видит его эгоизма, его беспечности, его злобы? Если бы они только увидели Нормана, которого знаю я, человека под маской... Так, ладно. А каким образом нам... Сейчас, подожди. А, вот. Я нашел. Так, придется нам включить. Вот так. И вот теперь у нас все работает. Скрытые метки. Офигеть. Отто поручил злодеям уничтожить имущество Оскорб. Почему стервятник на Таймс-сквер? Нужно быть начеку. Последний этап — прямое нападение на Оскорб. И, скорее всего, на Нормана. Скорпион отравит воду в водохранилище. Оно тоже принадлежит Оскорб. Носорогу поручены объекты на побережье. На какой он нападет? И почему? Электро занимается электростанциями. Логично.
Ли занимается средством от дыхания дьявола с помощью какого-то икара. Так, что еще? О, стой, стой. Так, подожди, что-то мы с вами пропустили. Вот оно. Человек-паук. Мы не представлены должным образом. Я... Отто Октавиус. Никакого икара нет. Верно. Мартин и сам отлично справится с охраной вакцины. Икар просто уловка, чтобы заманить тебя на точку. Что за точка? Подкинуть? Какой приятный работодатель Октавиус! Планы Б для всех планов Б! Ребят! Пит, ты в порядке? Что происходит? Да-да! Послушай! Ли охотится за вакциной! Мы должны найти лабораторию Оскорб раньше него! Уже ищу! Я подняла все разрешения на строительство в городе. Если запись есть, я ее найду. Прекрасно! Ладно, до связи, МДжей! Не вышло? Потрепало! Теперь план Б! Командная работа — волшебная штука! Позволяет достичь невозможных целей, например, убить Человека-паука! Подожди, запускаем! Ты почти согрел мне душу, Электро! Тюрьма пошла тебе на пользу, правда? Ух! Ломаем все. Эс, твой выход! Привет, Эдриан! Это я, Человек-паук! Что за чушь ты несешь? Никто не понимает моих шуток! Наша долгая вражда закончится сегодня! Вражда? А я думал, тактика взаимных уступок. Да, я ошибся в оценке отношений. Ну и чё? Так, кого следующего? Ох. Так, я понял. Блин, нам бы как-нибудь, ребят, подняться наверх, повыше. О, хватай. Ах ты, блин. Так, где ты, где ты, где ты? Я тебя не вижу. Да где он? А, вот он. Ё-моё. Опять нет. Да чтоб тебя. Вот это я понимаю, неплохо. В следующий раз всё! Да конечно! Успокаивай себя! Человек-паук! Я должен сломать тебя! Есть! Ты понял, чувак, ну ты ж понимаешь, что у тебя ничего не получится! Почти! Ой! Если честно, поодиночке вы мне нравились больше! Так, замечательно. А что у нас с этим? С генератором, ё-моё. Идеальное сочетание. Офигеть. Как кошка с собакой. Ну да. Похоже, ой, больно. Промах, промах. Теперь тебе... А, неважно, забудь. Так, давай сюда. К нему, к нему, к нему, к нему. Да блин, опять он перемещается. Да что ж ты будешь делать-то? Лови. Давай сюда, к нему. Оп. Избиение. Вне игры. Это мой шанс. Он на чеку. Надо оглушить или удивить его. Офигеть. Так, давай перемещаемся, перемещаемся, перемещаемся. Ну как-то вот так. Не дергайся!
Не так быстро! Долго еще, ё-моё. Фух. Но пока вроде бы, ребят, прям супер сложного ничего нет. Ой. У него нет шансов. Запускай, запускай. Да ё-моё, да не туда же надо было, ёлки-палки, не да что такое, огорчать, почему? Но, кажется, вы неправильно оценили ситуацию. Ну вот, нормально, ещё. Красавчик! Один готов, остался ещё один. Сколько уже раз мы вот так танцевали, Эдриан? 10? 20? Слишком много! Вальс! Ловим и в ответочку! Не выйдет! Похоже, это больно! Это больно, да. Надо заставить его ослабить защиту. И как бы нам это сделать? Вот так? С помощью паутины. Офигенно. Запускаем концентрацию и сюда, к нему. Электро заземлили. Человек-паук, полагаю. Если бы ты и правда любил этот город, ты бы помогал мне разоблачить Осборна. Убивая невинных людей? Я восстановил бы порядок. Ты болен. Тебе нужна помощь. Мне не нужна помощь. И мы не остановимся, пока Норман не получит за все. Ненавижу, когда они заодно. Сейчас только отдышусь.